Ну, хватит подглядывать. Это кости! Это кости! У тебя 3 секунды, чтобы... Ох, блин! Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И сегодня мы с тобою поиграем в новенькую игрушку. Притом она сейчас очень сильно хайпит. Вот. Ребят, это Капитан Вилли. Вообще, по идее, я так понимаю... Мне там инфу, кстати, кидали это... Это же серия «Пароход Вилли», а именно первая серия Микки Мауса. Поэтому, ребята, погнали смотреть. Если что, хоррор. Хоррор. Вот. Давай смотреть. О, можно открыть окошко, полюбоваться, ребята. Ну, это замечательно, это великолепно, конечно. Каюта. Блин, я, если честно, ни разу на пароходе не гонял. Да что там, на лодке тоже, блин, на крейсере, на яхте. Бля, картошечка, смотри. Так что я даже не знаю, есть ли у меня морская болезнь. Ну, знаешь, когда типа, когда постоянно укачивает. Так. Что там у нас такое? Полный ход! А, это вообще... Полный ход! Говорю, это у нас вообще, смотри, лодку запасную, если что, можно спустить на воду. Ладно, ладно, ребята. Да, это хоррор Микки, ребят. О, ботиночки. А вот и он. А вот и он, ребят. Так, ну давай вообще проверим, посмотрим. Как бы ничего тут... Трупов нет? Опа. Какой-то странный мешочек. Ребят, если что... А, это уголь. Все понятно. А, если что, я немного... О, как немного? Очень плохо вижу в темноте из-за ламп, короче, кольцевых. Освещение у меня такое. А яркость... Ну ладно, пофиг, не будем... Опа. Доброе утро, у меня... Как у моего нового матроса, есть для тебя несколько заданий. Я не знаю, как у Микки, какой голос, ребят? Какой, у меня, по-моему, там помощник. Что-нибудь такое, я не знаю. Иди помой палубу. По-моему, такой у него голосочек, не? Я уже давно Микки не смотрел. Вот забыл. Так, ладно, помой палубу. Нифига себе, блин, меня тут запрягают. Ладно, Микки, чё, помыть вот эти следочки или чё? Сейчас вопрос, ребята, где швабра? Юнга. Так, почисть... Ну, следующее задание, естественно, почисть картошку. Вот это все начнется, господа, по-любому. Так, ну давай вообще пройдемся, посмотрим. О, на шифте, если что, можно фигачить. Все, ребят, найс, 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 найс. Чё такое? Чё он... Куда он фигачит? А, вот оно что. Серьезно? Я каждый вот эти вот следочки должен протереть? Ну и заданица, блин. Ну ладно. Надеюсь, это окупится. Надеюсь, я много получаю. Ах вы маленькие злосчастные следочки, а. Это главное не я дотоптал, а он. Так. Отличная работа, говорит. Так, что теперь? А, нарежь немного картошки. Ага. Ладно. А можно на твою мордашку хоть посмотреть? А, он довольный, смотри, какой хороший. Точно Микки? Что-то у него... Что-то у него прям как-то не знаю. Ладно, сейчас картошечки-то нарежем. Так, ножичек есть. А как резать-то? Господи, вот он же эти ютуберы, а, ничего не знают, да? Как резать-то? А, во. Все, найс, ребят, он просто сам. Бац-бац, все. Ну все, готово. Микки, дело сделано. Следующее задание, надеюсь, спать. Завалиться спать. А, well done. Так, ой, теперь разожги огонь с углем. Ладно. Это мы знаем. Это мы уже видели. Так, лопата. Трямс.
Сейчас все будет сделано. Пока вообще даже не хоррор игра, да, ребят? Чисто за обычного работягу играем. Все. Дай угадаю, well done. А нет, смотри, сказал. Отлично, сегодня мне больше не понадобится твоя помощь. Спасибо, Микки. И чё, теперь ты можешь идти отдохнуть или заняться тем, что хочешь. А. Вопрос, а чем я хочу заняться? Ну, пойду отдыхать. Я фиг знает, ребята, чем тут заняться-то. Все, пошли отдыхать. Спать. Это что, хоррор? Да нет, это симулятор работяги, как бы. Ты должен пахать. Как, в принципе, как и в жизни, блин, происходит. День второй. Ай, думаю, все точно так же сегодня. На сегодня все точно так же, да? Кто там, Микки Маус? Блин, мультики как-то было поинтересней. Так. Короче, дек, это же, по-моему, палуба выглядит грязной, и ты знаешь, что делать. Палуба, палуба, ребята. Слушай, это уже ни в какие ворота... Не в... Да... Да нет же, ну нет. Да блин. Он меня реально заколебет. Симулятор в офисе. Это ужас. Это ужас какой-то. Ну ладно. Че? А что тут, кстати, ребят? А что тут? Кстати, надо будет проверить, ребят. После этого дня мы, короче, сюда сходим. Найс. Ладно, ребят. Пока вообще, если честно, хоррором, ну не знаю, ну как бы криповенько, конечно, это все. Ох, как блестит, блестящий. Ну, я понял, да, все. Дальше уже повторять не надо. Все точно так же, да, все повторяется. Офигеть, ну чё, да не говорит, что третий день такой же, чисто такой же будет. Прямо эту картошечку, раз, два, три. Да нормально, ребят, кожуру-то вообще даже, это вкуснее будет, ребят. Как это, картофель в мундире, найс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это внезапненько сейчас было. Фух. Хорошая нарезка. Эй. Не мог бы ты сесть за штурвал на секундочку? Мне надо кое-что проверить. Ладно. Ладно, дружище, как скажешь. Да? Спокойно, изи. Уии! Вау, да я сам могу им управлять, нормально? Так, я думаю... А где Микки вообще? Ну, его сзади нет, кстати, ребят. Он реально что-то, видимо, проверяет. С маслицем и лучком. Под селедочку. Ну, блин, да. Пережрать захотелось мне. Сейчас скажет, ты неправильно управляешь кораблем. И сейчас музыка заиграет. Должна музыка такая. Ох ты, ёшкин. Капитан... Лупа с корабля сбежал, что-то там пелось. Такая замечательная, хорошая песенка, кстати. О, гудок. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Веч... Как? Ветер мачту рвал. Так, что, дружище, Настя? Что скажешь мне тут? Ага, короче, с печечкой кое-что сделай, а дальше делай, что хочешь. Все, понял, братик. Сейчас мы тут быстренько. Да не, нормально все.
Это звуки я тут, видишь, как бы вот этим. Подкидываем. О, а если в другое место, что будет? Что будет, если сюда? Не? Так. Че, братишка, где ты? Так, давай его спросим еще раз, что он скажет. Так, ты можешь спать или делать, что хочешь. Так, короче, я предлагаю, ребят, чисто посмотреть, что он там делал. А именно, там какой-то нехороший подвал. Я думаю, поглядеть, что там будет. Нет, пока нельзя. Пока нельзя, ребят. Ну вот, вот эта фраза просто, делай, что хочешь. Вот что тут можно делать? Блин, офигеть, это моя вся работа, офигеть. Я в шоке. Ладно. Картошка нарезана. Офигеть, мы чисто картошечкой только питаемся, и все, прикинь. А рыбка где? Где половить рыбочку, там, я не знаю, да? Сейчас окунька, щучку фаршированную. День третий. Нет, 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 дружище, ты слышишь, ты заколебал. Ты просто заколебал меня вот с этим. Только не говори, что опять то же самое все надо. Ну, чел. Ты уже проснулся? Кажется, ты уже проснулся, ты знаешь, как это все работает. Почисти палубу. Что, родной, сделано дело? Все. И что он говорит мне? Ой, блин, кажется, я видел, что у нас заканчивается картофель. И чё? А, под балубой еще есть, принеси немного. Опа! Люк расположен на передней палубе перед нами. Но... прежде чем спуститься, возьми свечу, которая находится наверху бочки! Ребят, похоже, все. Мне кажется, что Микки держит в подвале... Да, да, я тоже так думаю, если честно. Что-то сейчас будет нехорошее. Ну что, трямсаем, ребята? Что там будет? Как вы думаете? Ну вот картошка, кстати. Я что-то тут должен увидеть или что? Что-то нехорошее? Может, картошку просто затрямсать и все? Ну давай, бери, что ты? О, что-то звуки слышу. Ребятки, что-то слышу. Что? Это кости! Это кости! Блин, ну теперь у меня мурашки. Теперь у меня мурашки по коже, найс. Ну так, кстати, не пройти, если что. Что-то мне кажется, что он нас... типа за картошкой отправил, на самом деле он мяско захотел. Ну, то есть чисто нас сейчас грохнет и будет... А, вот, вот патата. Все, правильно идем-то хоть. Лампа там какая-то, кстати. А чё я, сколько должен картофель-то принести? Ну, смотри, да, кости. Жесть. Ключик. А как-то ключ можно взять, не? Еще не берется. Ну, сейчас он резко появится, я думаю. Как ты что тут делаешь? Ну, братик, я как бы сделал, но, видимо, картошки. Все. Готово. Так. Настоящее приключение, не правда ли? Вообще не говори, вообще не говори.
Не ходи туда слишком часто, ладно? Ты теперь, когда у тебя есть больше картофеля, тебе следует нарезать немного. Ну, косточки там не просто так, ребят. А да, Костя, я подумал, это гаечный ключ, который в четыре стороны идет. Не, братиш, не. Я думаю, тут нету. Ну, хватит подглядывать. Чё ты делаешь? Слышь. А какого фига вообще ты за мной подглядываешь, а? Чё происходит? Отличная работа с картошкой! Так, и чё теперь? У меня еще есть для тебя небольшое заданице. Мы должны... А, ну понятно, короче. Ну, нам все еще нужно больше угля из-под палубы. Ой, блин. Возьми пальто и брось его... Да пальто, господи, пальто. Это мне переводчик так перевел. Возьми уголь. И, короче, его... Ну понятно, ладно, все, я понял. Прежде чем спать, пальто. Да, ребята, слово... Чушпана. Сопля на асфальте. Точно. Так. Ну, давай посмотрим. Блин, я не хочу туда ходить. Чел. Ты меня заколебал. Так, теперь уголь мне надо, да? Ладно. Вот, уголь сделан. Блин, он меня заколебет, реально. Мне кажется, он под конец опять скажет: иди туда, иди. Ой, я так не хочу, чтобы завтра день опять начинался точно так же. Ну, пожалуйста, ну не надо. Я тебя прошу, опять чистить все. Не, а, блин, он меня не убьет. Он меня не... Вы понимаете, ребят, он меня не убьет, потому что... Почему? Где, какой дурак еще этим будет заниматься тут, блин? За углем сходи, то все. Но если только он жрать захотел, конечно, ребята, мяско, потому что картошечку он... Ну, как бы... Картошка есть, а мяса что-то нету. Ну, что такое? Поэтому я думаю, ребята, возможно, тут... А, он еще... Еще заданится, да? Хорошо. Что? Not afraid of the dark? Ты не боишься темноты? Ну, вообще, к чему это сказано? Ну, вообще, не ты, а вообще, просто он... Мысли вслух говорит. День был долгий, иди поспи. Ну все, короче, на мясо нас походу скоро трямснут. Я серьезно говорю, тут похоже сейчас будет жестко. А чё? А чё я как-то... Как-то... Не знаю, как-то... Как-то где вообще? Погоди. Чё мы спим-храпим? Погоди. Ну-ка, давай. Я уж подумал, я уже в мешке. Сплю, если честно. Я и подумал, что я не на кровати. Я уже подумал, в каком-то мешке я сплю. Из-под картошки. Ах ты, гад, опять ты тут? Опять тут за свое? А где он вообще? Микки? А где он спит вообще? Где храпит? Че, не говорите, что нужно в подвал? Ребят, как вы думаете, в подвальчик? Картошку он не жрет что-то. Я смотрю. Ну, подвал, куда еще-то, ребят? А где же он еще может быть? Давай. Блин, я боюсь, нас сейчас испугают. Будь здоров, ребят. Готовьтесь к скримачку. Вот он. Микки, здорово, братишка. Что ты здесь делаешь? Он говорит. Иди спать. Что за ключик вот такой интересный?
Бау-бау-бау. Оп. Звук какой-то нехороший там был, да? Мы сырую картошку едим? Да, видимо, да. К сожалению. Может, я что-то не то сделал, ребят? А? Тип, может, надо было там что-то еще проверить, еще что-то посмотреть? Я не знаю просто. Или он чисто хотел проверить, типа, не жрет он ли кого-то там? Ну, просто там кости? Так вот, куда делись бывшие матросы. Отлично, еще один день, ребят. Микки? Доброе утро! Так, короче, у меня кое-какая плохая новость. Что-то говорит. И что же? Возможно, мы немного потерялись, но не волнуйся. Так. У меня все под контролем, так что не волнуйся об этом. Ты можешь почистить палубу? Так. Ну что, Микки? О, я смотрю, чистенько, работа сделана. Мы должны, короче, опять же, да, картошечку нарезать, все дела. Чё? Чё? Я неправильно что-то перевёл? Погоди. А, ну да. Ну да, естественно, нам нужно больше мешков с картошкой. Не, ну чел, ну... Я уже не могу таскать эту картошку на своем горбу. Сколько можно? Блин, да бери эти. Че, кто-то тут ходит, что ли? Не? Ка быстрее идем. Что за ключ вот этот вот? А тут, в принципе, немного осталось, кстати, ребят. Ну вот... О, блин, ну только не говори, ну нет. Тут еще этих картошек, тут сколько дней-то будет? 10, 20, 30? Ладно. Создается ощущение психологического хоррора. Ну да, да. Типа нас вгоняют, короче, постоянно, днем за днем. Практически все те же самые действия, но... Но кое-что меняется иногда. А так, да, вот эта музыка, вот эта веселая, спокойная вроде как. Так. Так, ну чё, ты знаешь, что делать, нарежь. Ладно. Стрэмс. Чё, будешь наблюдать за мной? Как я картошечку-то режу. Стрэмс. Офигеть. Ты закончил с картошечкой. Ну теперь с углем. Подбросил его в огонь. Угу. Сэкономь немного сил и отдохни. Нифига, братан, спасибо. Фу. Вот это нормально, нифига себе, он уже за нас работу делает. Хотя, с одной стороны, это очень плохо, ребята, это очень плохо. Потому что реально такое чувство, что он от нас избавится скоро. Чисто нужно миска ему. Ну ладно, конечно. Что там у нас в окошке? День, солнышко светит. Микки, как всегда, стоит. Так, ну что же. Я понятия не имею, где мы находимся, он говорит. Но не стоит переживать. Так, это начинает выглядеть, конечно, безнадежно, да. Но палуба должна оставаться блестящей. Займись этим. Ага. Так, ладно, тут уже все просто. Он, короче, смотри, сюда заглядывает постоянно. Тут натопчет. Ты молодец. Нарежь, я умираю с голоду. О, всё, братишка, сейчас. Понятно.
Так, ну картошка еще, кстати, между прочим, есть, ребят. Там остается, если честно, по-моему, еще 2 мешка. То есть нас подготавливают к тому, что, смотрите, ребят, в чем прикол. Мы потерялись, да. И еды, провизии у нас совсем практически скоро не останется, да? Офигеть. А погоди, у нас же еще где-то мешок-то был. Сейчас найдем, ребята, раздобудем. Вот, еще картофельная есть, вторая есть. Блин. Слушай, а где мешки-то? Ухля. Нам что, уголь жрать, что ли? У нас проблема, Микки. Слушайте, ребят, у нас проблема. У нас маленькая проблема, и у меня мурашки. У меня реально сейчас мурашки прям. Тихо. Слушай, это реально... Это прикольный хоррор. Это прикольный хоррор. Тихо, спокойно, ребята. Ну, должен же быть мешочек еще с картошечкой. Ну, неужели нам жрать нечего? Офигеть. Не, все, ребят. У нас не осталось картошки. Офигеть. Не, все. Ну нету. Прикинь. Блин, ну у меня мурашки. Это круто. И что я скажу Микки? Сейчас он скажет, ты не там ищешь. Или что-то такое, не? Нет больше, ты сказал. Ну не стоит переживать. Мы разберемся с этой ситуацией. У нас есть уголь, чтобы разжечь огонь. Чтобы не пришлось голодать. Чего, блин? Не понял, в смысле? А как это нам поможет, братишечка? Ты что, меня зажарить, что ли, хочешь? Так, а стой, что-то я... Уголь же у нас есть, куда я пополз? Ребят, секунду, обратно. Все, сейчас нормально. А, ну понятно. Уходи. Или есть? Ну там же есть, вот. О! Мне кажется, он сейчас нас трямснет. Есть подозрение. Все, братик! Готово! Что дальше? Какой план? Ну, иди сейчас спи. Ладно. Как скажешь, Микки, как скажешь. Так. 18-й день! То есть до этого был 9-й, а сейчас уже 18-й день. Так мы нормально еще прожили-то? Ля, Микки, а чё ты тут делаешь? Сядь за руль на несколько, ну, короче. Мне нужно... Что он говорит? Я мог спать время... Ну, как скажешь. Ну, типа, ночью поспать. Ладно, братик, как скажешь. Что, он резко появится или что? Что будет, ребята? Блин, ничего не вижу, к сожалению. Ну, чуть-чуть. Ветер мачту рвал. Ладно, все. Ну что, где ты там? Появляйся, я не знаю. Пугай нас. Ну и что это значит? Что теперь, родной? Так, я могу взять на себя. Короче, иди отдохни. Ладно. Уже натоптал, смотри. Слушай, говнюк, блин!
Слушай, самый страшный ад просто. Любой уборщицы школьной. Просто каждый день натоптано. Просто ужас. Так, ну чё, господа, ребятки? Как там Микки? Живой, здоровый, братик? Да, он довольный, нормально. Палуба нужна чистота. Да он что-то, ну как ты видишь, тут что-то... Как-то, слушай, все печально прям, все плохо, потому что, ребят, видите, что происходит? Нам реально же нечего жрать. Это, я полагаю, если бы попросил тебя нарезать побольше картошки, да. Отбрось углей в огонь и делай что угодно. Блин, что-то как-то даже печальная история уже. На самом деле, ребят. Тут прям реально печальная история-то какая-то уже. Офигеть, они чисто голодают, прикинь. Я так полагаю, понятие рыбалка у них отсутствует. Да. Да, что-то по рыбалочке у них все плохо. Ты должен восстанавливаться. Ну да, естественно, что бы еще делать. Офигеть, а он-то вообще не восстанавливается. Блин, как-то жалко Микки вообще максимально, потому что он-то вообще толком не спит, прикинь. Он реально такое чувство, что толком не спит. Вообще. 20-й день. Ну что же у нас? О! Кто-то ломится, что ли, ко мне? Что за звуки? Слышишь? Чел, ты что там делаешь? Ты где? А, ну он... Я так понял, короче, смысл в том, что он, типа, пошел туда. Кстати, следков? А, вот следы, да, как всегда. Ничего не вижу, господа. Вы что-нибудь видите? Погоди, дайте-ка я возьму хоть фонарь. О, блин. А то просто без фонаря ходить, ну это, мне кажется, бред. Без лампочки, без свечечки. Так. Ну картошка же есть, ну вот это что такое? Чел, она есть еще. Опа. Что он там говорит? Ты знаешь, как еды, у тебя 3 секунды, чтобы... Ох, блин! Фига себе, блин! А, ну... Ни хрена себе, Микки! Вот это сейчас жестко было. А че он так озверел-то жестко? Блин, там попробуй еще пробеги. Там надо как-то пробежать так хорошо. Так, спогнали. Блин, еще от него бегать надо. Так, ну что там, братик? Так, погоди. Как тут пройти-то? Короче, что-то как-то направо. Ты знаешь, как у нас с едой? Я понял. У тебя 3 секунды. Да, чтобы, короче, пробежать. Я понял. Куда дальше? Он за мной, что ли? Куда мне? И куда мне? А куда мне нафиг?
Дай-ка я лопатку возьму. А ее не взять. Господи, ребята, мне похоже хана. Жесть. Чел озверел. Чел просто озверел. Монстр он стал. Да-да. Ля. Ребята, спустите! Он где-то тут. Вот, это чувырло! Просто жесть, чё он такой здоровенный, как он? Ты просто погляди на него. А чё мне с ним делать-то, блин? Я думаю убегать. Ребят, честно скажу, давайте, наверное, убегать. Не? Наверное, стоит... Блин, там... О, нет. Я понял. Вы поняли? Я тоже понял. Нам нужен ключ. Тот ключ, который... Жесть, как? Я ничего не вижу. Это просто жесть. Так, ну там хотя бы вон есть фонарик, если что. Мы его сейчас возьмем. Вот он. О, нет. Блин. Мне от него бежать-то я нифига не вижу ничего. Все, я погнал, ребят. Я погнал. Все, Микки, прощай, дорогой. А как мне? Вот так вот. Все, поплыли, 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 поплыли. Ха-ха-ха! Капец! Просто капец! Жесть! Все, пока, Микки, я уплываю без тебя. Он еще бежит за мной. Фух. Хорош, спасибо, что поиграли. Ну, под конец это реально было страшно, если честно. Это было страшно. Ну, в общем, ребят, вот такой вот хоррор. Так, и что? Там в конце ничего точно не будет? Все, найс. Ладно, друзья. На этом все. На этом все, ребят. Обязательно ставьте лайкосик. Также залетайте в Телеграм. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.